Привет всем! Сегодня у нас 20 октября, пошел первый снег. Время уже 3:00. И вот первый снег пошел. Обалдеть! Начинается зима. Вот мой дом. А я хочу вам показать вот такую качельку самодельную, которую я сварил. Это качелька для моей соседки Шишмулин Зои Васильевны. Ее внуков и внучек. Вот. Они мне привезли вот такие трубы. Толстостенные, они очень толстенькие. Вон, плохо видно. Вот этот турник, где можно подтягиваться. Вот так она сварена. Здесь сделана проволока. Поликарбонат. Уже весь грязный. Цепочки. Лавочка вот такая сварена из уголков. Простая. Все покрашено. Вот. И там столик имеется с лавочками, где мы сидим, жарим шашлыки. Это у нас кусты. Тут как будто в лесу. Все в тени, все хорошо. Так что, если кому-то понравилась вот такая качеля, можете делать похожую. Не обязательно там покупать из чего-то делать такую дорогую. Можно и вот просто из таких сделать водопроводных труб. Но это не водопроводные трубы, но все равно вот так делается. Оттуда не закопанные. Не глубоко. Так что делайте. Ну и также и можете подписаться, комментировать, ставьте лайки, дизлайки. Что хотите, то и делайте. А на этом я видео заканчиваю. Всем пока и до новых встреч.